Здорово, это вторая. Ой, блять, это вторая часть. Здесь недорого до ножа, которая начинается просто умопомрачительно. Давайте поставим вот так. Рискнем всем. Ай-яй-яй-яй. Что такое невезение? И как с этой помойкой блять бороться? Хороший вопрос. Вот и все, мы вернулись. Это некая же цель. Дойти до баланса. 22.50. Надеюсь, у нас получится. Надеюсь, у нас получится. Это, конечно, будет трудно, но стоит попробовать. Нужно делать всего лишь x1.5 в каждом видосике, чтобы за 4 или 5, сколько там примерно, выпусков дойти до ножа за $50. Давай, летит. Неплохие иксы пошли после серии сливов тотального. Возможно, сайт выдаст. Поехали, следующее. Также $1.5. Просто поехали. Нужно потихонечку, аккуратненько. Самое главное, чтобы уверенно подниматься. Хорошо. Есть клок. Давайте в джекпот заглянем. Тут $10 для нашего нынешнего баланса — это много. Для нас в данный момент это много. Вот когда будет там $40 на балансе, можно будет там на десяточку улететь, чтобы иметь 50% шанс. Красота, но так слишком большой банк там, слишком большой. На маленьком проценте сливать не хочется, а на большой отсутствует баланс. Тем временем 18.05. Все довольно-таки неплохо идет. Давай сейчас. Но сейчас нужно выдать. Сейчас вот нужно точно x1.5 выдавать. Хорошо. Это 16.6. Если продадим скинчик, сколько это будет? 18.79. Неплохо. Давайте выставим 1.79. Типа до 17 уравняем. Просто сейчас, если нам нужно, получается, еще сколько? Раз x1.5, с $1.5. И что-то я втыкаю немножко. Время позднее. Ну, точнее, как позднее, уже раннее, уже утро. Поэтому немножечко втыкаем, сори. Нам осталось, получается, по грубо говоря, $3. x1.5 на 1.5, это, ну, короче, еще четырежды. Четыре раза нужно еще словить. x1.5 по $1.5, и это будет 22.50. Ну, там плюс-минус, типа, что-то в этом роде будет. Но сайт слил, к сожалению. Давайте поставим до 22, до 16. Сейчас, боюсь, может, кстати, снова слить. Да. Возможно, пошла серия. Давайте поставим, допустим, 0.5. Чтобы не скипать, конечно, полностью. Но мне кажется, сейчас будет серия с тотального слива. Не знаю, почему мне так кажется. Третий. Угу. Тогда пока что предлагаю пойти в улучшение, поставить, допустим, сколько, $2.5 на небольшой какой-то, ну, 73% шанс. Надеюсь, сейчас не сольет. Не слил. А краш, кстати, тоже выдал. Ну ладно, не суть важно. Все бывает. Все бывает. Давайте поставим этот юспик за 3.13. Да, сейчас получается 16 с лишним долларов. Ой-ой-ой-ой. Давай. Полетели. Нужно x1.5. Отлично. 17.77. Нам не хватает $5. Мне кажется, нужно, наверное, не по 1.5 ставить. По 2, потому что по 1.5 это слишком
много раз нужно подряд зайти к полтора, а он из-за таких вот даунов составка 120 не дает. Давайте попробуем рискнуть, поставить 6 долларов на опять какой-то гений мысли. Поставил 50 долларов. Из-за этого краш мог слить, но он выдал, и у нас 19 долларов на балансе. Отлично. Просто прекрасно. 19. Это уже 3 доллара. Те самые. До финала. Кстати, напомню, что есть промик, который в описании. Зашел, промик ввел, бесплатный баланс получил, скинчик поднял и вывел. Для вывода с промика не нужно пополнение, поэтому это просто круто. Еще есть ежедневный бонус на сайте. Типа у меня он в данный момент 61 цент. Я получаю. Поэтому это круто. Бесплатный баланс — это очень круто. Давайте. Вот так. Сделаем это вот так. 1.97, то есть 2 доллара. Плюс-минус. 21.05. Да не хватает 1.5 доллара. $2.45 нужно получить. И это будет кайф. Чтобы получить $2.45, нужно поставить 3 на x1.5, я не успел. Завтыкал. Кстати. Произвол. Пробуем сейчас. $3 на x1.5 после слива. После слива это довольно-таки опасный мув, потому что он сливает в последнее время сериями, но 22.62. Изи. Вторая серия прошла успешно. Мы все ближе и ближе к ножу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про бесплатный промокод. Всем спасибо и всем пока.